Всем привет, друзья! Сегодня выхожу к вам с предложением связать вот такой вот очень активный рельефный фоновый узор спицами. Раппорт переплетения составит 6 петель и 6 рядов по высоте. Переходим к мастер-классу. Все внимание на экран. Итак, начнем с первого ряда раппорта. Кромочная петля. Далее 3 лицевые, 2, 3, 1 изнаночная, 1 лицевая с дополнительным накидом внутри. И 1 изнаночная, 3 лицевые, 1 изнаночная, 1 лицевая с доп. Накидом внутри и 1 изнаночная. Теперь второй ряд, и в данном образце имеются 3 петли симметрии. С них и начнем. 3 изнаночные — это петли симметрии. И теперь основной раппорт. Лицевая. Далее петлю с накидом перекидываю на правую спицу, не провязываю. Нить перед работой, накид раскручивается. Лицевая и 3 изнаночные петли. Повторяю. Лицевая, следующая петля перекидывается, накид раскручивается, нить перед работой. Лицевая и 3 изнаночные петли. Теперь третий ряд. Кромочная петля. 3 лицевые, 1 изнаночная, 1 лицевая петля и 1 изнаночная. Четвертый ряд. Начну с петель симметрии. Кромочная. 3 лицевые. 1, 2, 3. И основной раппорт. Лицевая петля, изнаночная и 4 лицевые петли. Пятый ряд. Кромочная петля. 3 изнаночные. 2, 3. Далее еще 1 изнаночная. Затем ввожу крючок вот в эту длинную вытянутую петлю. Вернее, спицу ввожу правую. Вытягиваю нить. Накидываю перед петлей первый по ходу вязания. И провязываю вместе с ней лицевую за заднюю стенку. И затем изнаночная петля. Повторяю. 3 изнаночные, еще 1 четвертая изнаночная, далее опускаюсь на 2 ряда ниже, ввожу спицу в длинную петлю, вытягиваю нить, надеваю ее перед первой петлей по ходу вязания и провязываю вместе с ней лицевую за заднюю стенку. И далее еще 1 изнаночная петля. Шестой ряд, заключительный, самый простой. Все петли провязываем лицевыми, в том числе и петли симметрии. Что ж, друзья, на этом мастер-класс я завершаю. Обязательно сохраняйте данный ролик в своей копилке. Лайки и позитивные комментарии от вас, конечно же, я жду. Желаю всем отличного настроения. Скоро увидимся. Всем пока!